Привет! Сегодня у нас в эфире автобус Hyundai County и уже хорошо известный многим привод Phoenix, который отлично подходит для замены изношенных и вышедших из строя штатных приводов прислонно-поворотной двери. В нашу компанию и дилерскую сеть часто поступают подобные вопросы от клиентов, и в этот раз к нам обратился клиент с запросом на замену штатного привода. И наши технические специалисты, как всегда, успешно провели модернизацию всего механизма дверной системы. Установлен вместо штатного новый привод Phoenix, штанга с рычагами, внутренний аварийный открыватель и, конечно, наружный аварийный открыватель. Важное отличие от других подобных адаптаций в том, что у автобуса County бортовая сеть 24 вольт. И мы установили версию привода Phoenix, предназначенную для работы именно с напряжением 24 вольт. В основе привода лежит соответствующий моторедуктор 24 вольт и специально разработанный нашими инженерами контроллер, блок управления приводом. В остальном, в плане потребительских и эксплуатационных качеств, привод Phoenix аналогичен 12-вольтовой версии. Напомню основные преимущества привода Phoenix. Во-первых, это надежное прижатие створки в дверном проеме. Показываем. Закрываем дверь. Сработал электромагнит привода. Дверь прижата. Проверяем. Все надежно. Автооткат двери при наезде на препятствие. Механическое аварийное открытие двери как снаружи, так и изнутри. Показываю снаружи. Поворачиваем по часовой стрелке аварийный наружный открыватель. Дверь вышла из дверного проема. И без лишних усилий спокойно, свободно открываем створку. Дверной проем свободен. Показываю аварийное открытие изнутри. Тянем аварийный открыватель вниз. Дверь вышла из проема. И также легко открываем створку. Обратимый моторедуктор, который позволяет избежать поломки привода при любом внешнем воздействии на дверь. Показываю. Наша компания приступила к серийному выпуску привода Phoenix 24 вольт. И в ближайшее время такие привода поступят на конвейер одного из автобусных заводов. Ими будет оснащаться новая модель каркасного автобуса. А также привода поступят в широкую продажу. По всем вопросам по приобретению привода Phoenix и не только, обращайтесь в наш отдел продаж и в дилерскую сеть компании Adore. Всем спасибо за внимание, всем пока!